Эй, всем привет, с вами Александр и My Friend Pedro. My Friend Pedro, и мы продолжаем. Так, что у нас с оружием? Пусто. Дробовик. Автомат. Так, погнали. Интернет был гораздо веселее до того, как Офелия из него цензуру. Так, окей, снайпера. Так, а чем мы вас гасить будем? Так, тихо, уберись. Так, я что-то не понял, я забыл. А, все, вспомнил. Оу! Не, ну с дробаша-то тут никак. Так, погодите. Готов. Готов. Сегодня, короче, все будут готовы. Опа! Ах ты ж гаденыш. Смотри-ка, что делает. Так, сегодня у нас, короче, финал должен быть. По-любому финал. Дойдем до Офелии. Наконец-то грохнем ее. Так, тут засада, да? Спокойно. Всем лежать. Ну давай, 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 давай. А, да, здесь эти ловушки. Так, что это? Вау. А, блин. Я забыл, что делать. Я серьезно забыл, что делать. Так. Ах ты ж гаденыш. Ах ты ж гаденыш. А, вот сейчас вспомнил. Спокойно. Хэдшот. Хэдшот, сковородка. Да ну что ты, запрыгни. Что ты делаешь? Так, ну-ка погодите, дай-ка сковородку возьму. Опа! Сейчас буду хитро делать. Ты че? Ой, красиво! Вот это сейчас было красиво! Это было красиво! Во фарш. Во фарш. Так, чё я не могу? Так, сейчас не понял, кто это. Мудила. Мудила! Так, спокойно. Перекрестный огонь, да? Жизик. Жизик не особо. Вау, не сдох! Почему? Ха-ха, косой. Ты косой, чувачок! Так, сердце хорошо. Снайперка? Или дробовик? А как целиться? Хорош! Вот это нормально вообще. Это я понял. Хорош такой. А у меня патроны кончаются. Так, что это? Как это?
Что? Ты чё, мужик? А ё-моё, чё такое у меня сегодня с пушками-то? Баладыщ! Ой, аж в ушах запищало, нифига себе. Серьезно? Нет, как же так же, оружие, автомат отдай. Так, ладно, где снайперка? Давайте попрактикуемся со снайперкой. Что-то, короче, он сегодня не хочет прыгать вообще в отказ. Что такое? Это в смысле? Она так может стрелять? Серьезно? Нормально так. Вот трэш. Ау! А как? Надо, короче, поймать, да? Вот замутили, а? А как мне пройти? Собственно, куда? А, все понял. Да, замутили, ребятушки. Слабоватенько. Угу. Это точно. Так, что? Кто? Где? Так, чё? Ты? Полагаю, в наши дни диктатор интернета имеет самую масштабную власть. Человеческое мировоззрение стремится на тому, что люди видят в сети. Если ты можешь контролировать то, что демонстрируют пользователям, то можешь ими управлять. Да. Так, спокойно. На-ка. Спокойно. Опа-опа-опа. Спокойно. Опачки. Ты живой? Оп, оп, оп. Так, здесь нормально патронов, здесь ненормально патронов. Охренели совсем, да? Так, ну тут дали снайперку специально, да?
Эй, спокойно! Козёл. Красиво, вот красиво. Так, тут опять какая-то замута. Вот падла. Эба! Это что за... Падла. Так, ладно, оружие про этого вали. Ой, что-то метка далеко. Нормально, нормально, пока идем так. Ура! Блин, серьезно? Хо, куда я стреляю? А, тут дверь. Опа. Опа. Ну, падлы. Опять 25. Как ее вырубить? Давай, 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 давай. Ё-моё, ну блин! Какого хрена ты заживался? Давай, 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 давай. Зачем, собственно, прицел? На, ловушки. Мины? Серьезно? Угу, ну тут интересно. Так, а я погоди, могу? Ну да, могу, ага, сейчас. Сейчас! Прямо разбежался.
Ты еще и попал, смотри, гадина, а. Тут вообще какой-то трэш. Как я это должен? Вот трэш. Куда ты там стреляешь-то? Расстрелялся он мне там. Так, ну тут патроны быстро кончаются. Тут, короче, патроны быстро заканчиваются. Вообще, в принципе. Так, не сюда. Так, это что такое? Это что-то интересное. Это как это? Серьезно? Ё-моё! Ё-моё! Сваливай! Опа! Опа! Нихуя себе, вот это было эпично. Эпичненько. Эпичное завершение такой. Трышничок. Трышничок, среднячок. Да. Сейчас горло смочу. Катание на баллонах, это вообще наша тема. Че-то мне опять ухи, звуки какие-то. Так, че, мы дошли, все? Ты? Нет, да? Да, нет. Выходи. Выходи, падла. И я вернулась. Ой, точно, смотри-ка, это она. А у нее какой-то щит. Окей, пришлось перезапустить роутер. Ага, но тут что-то нечисто. Так, сейчас перезарядим оружие. Смотри-ка. Так, что-то я не понял, это не она, что ли, была? Ву, блин. А я-то уже размечтался. Это, короче, эти сволочи, да? Да падла. Нормально так. Эти падлы теперь еще и в броне. Вообще издеваются. Нормально издеваетесь. Ну вот, вообще, заколбасили. Да, прикольно. Да, короче, надо одну сюда, одну сюда. О, мудила. Смотри-ка, что делаю. Гасят вообще жестко. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое и более жесткое. Так, а что у меня со снайперкой? А снайперки вообще нет. Нет, серьезно, такие знакомые приемы. Блин, там снайперы. А, не, он здесь.
Ну нормально. Не, ну патроны-то реально не бесконечные. Че это такое? Это что такое? Так а что делать-то? Но я тут никак не пробью. Вау, 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 вау! А, я все понял. Бля, серьезно? Вот трэш. В смысле? Я как должен? Да не, он не прыгает. А, серьезно? Вау, 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 погоди, погоди, мы так не договаривались. Да какого хрена она не взорвалась-то? Ты их можешь объяснить? А-а-а! Погоди-ка, не может быть! Это ты! Это я, да. Все верно, это я. Не, ну вот это вообще не смешно. Он от баллона не сдох. А, короче, их просто надо уничтожать, да? Все, я понял. Ой, не-не-не-не-не, погоди. Погоди, погоди. Так, а эту как убить? Кто не знает? А я не вижу. Вот это? А, вон она, за ней. Да ну нахрен! Как я ее должен был снять? Это я вообще не догоняю. Thank you.
На! Я пока не понял. Почему она его не убивает? Так, сейчас опять не понял. А, понял. Да в смысле, она тоже под защитой? А как мне ее? Во, замутили, а? Ну, замутили. Три степени защиты на броню. Это реально дичь. Падла. Вообще дичь какая-то. Так, а как? А у этого-то где? Ладно, он меня не видит. Бля, конец будет, нет? О, блин, трэш. Ни хрена себе, серьезно. Это жесть. Да как? Вообще. Это нереально. Я так не попадаю.
О, гора трупов-то вообще. Ха-ха. Жесть. А! Я расслабился, блин. Серьезно? О, дичь. Финальная, предфинальная дичь, смотрите. Скриншот такой нехилый. Это в самом деле ты, все это время, как давно это было, но почему, почему так, почему сейчас? Не слушай её, она несет какой-то бред, она просто боится. Да, ой, что это? Что это такое? Ой, патроны! Серьезно? 112? Че, все, финальный бой? Финальный бой? Аккурат в цель. Ага. Так, а она что, тоже будет в щите? В защите. Значит, ты тут. Ты наконец-то вернулся домой. Ты же не думал, что маска меня обманет? Я знаю, это ты, брат. Че? Как давно мы не виделись? Сначала я сомневалась, что это ты. С кувырком, и я понимаю, почему ты все это затеял. Поэтому я хочу, чтобы ты понял, что я не могу тебя отпустить. Чё, мясник Миш? Чё? Серьезно? А ты не отличался? А в смысле? Это типа вся моя семья была. Тебе придется ответить за свое совершение. Я позабочу о том, чтобы у тебя был красивый памятник. Вау, 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 вау! Слышь, ты так же крутишь, так нечестно. Ну давай. Куда ты стреляешь-то, алло? Оба, точно в цель. Вот это эпик. У меня перезарядка, погоди. Ты куда? Ты куда, дичь? Вау, матрица! Перезарядка, погоди. Ах ты коза! Ах ты коза! Вау, вау, вау. Кого? Да в смысле? У нее жизнек не было. Да нет! Да ну нет же! Вот и падла-то, а. А ты в смысле от ударов ты не дохнешь?
Или вот так, детка. Опять аккуратный в цель. Аккуратный в цель. Отлично. Завалил. Ты победил, брат. Ты победил. Ой, зря я ее убил. А в общем, ну, хе. Возможно, я был не до конца с тобой честен. Я не хотел врать, но я должен был выполнить обещание, которое ты взял с меня перед тем, как надеть эту маску и забыть обо всем. Ты всегда мучился из-за отсутствия у твоей семьи каких-либо принципов. Ты участвовал в их планах и злодеях долгое время, но в конечном итоге твое терпение лопнуло. Ты решил положить конец их деятельности и заодно оставить сообщение всем, кто попробует пойти по их следам. Но ты не мог найти все силы так поступить со своей семьей, поэтому ты пришел ко мне за помощью. Вместе мы придумали историю и план, который позволили бы тебе осуществить задуманное. Тогда ты надел маску, чтобы тебя никто не узнал, и мы... Там ты сам себя вырубил и тем самым стер себе память. А дальше одно за другим, и вот мы здесь. Так, банана надо убить. Поэтому мне осталось сделать еще одну вещь, чтобы исполнить свое обещание. Прости меня. Не-не-не-не, пошел нафиг! Че это такое? Не-не-не-не-не! Слышь! Гребаный банан, а? Ё-моё! Че это было? Че это было? Что это за концовка такая? Че это, я лосось? Опа! Пойми, я должен убить тебя! Ведь я дал тебе слово. Настоящий дурак своих слов не нарушает. Ё-моё, банан. А в смысле? Воу-воу-воу-воу. О, дела. Что это? Алло. Вау, я могу летать. А чего вы раньше-то не сказали? Заколебал. Оба. Прекрати. Плюй! Ты сдохнешь или нет? Кто? Ё-моё! Дичь! Серьезно?
Ох ты, падла. Да это не смешно. Они вообще убивают? Вот трэш. Мне жаль. Сейчас взорвется, смотри. Нет? Вот дичь. Это реально дичь. Кто вообще такое придумал? Ой, жесть. Банан взорвался как попкорн. Адски круто. Да, брат, это я. Как обычно, я крут. Птички такие чирикают вовсю. На, банан мега. Мега монстр. Тебе не показали-то его? Лысый какой-то. Китаец. Банан. А что? Что у него с рожей? Я что-то не понял, конечно, концовки. Типа он и есть банан? Или чего? Я не понял. Что, блин? Ай, ладно, может, я что-то не понимаю, но, короче, банан есть банан. Ой, концовка прям вообще. Круто просто, круто. Мне понравилось. Хорошая, веселая игра, что могу сказать. Побольше бы таких сел, поиграл, расслабился. Новая игра, продолжить выбор уже значит. Да, все, прошли наконец-то мы с вами эту игру. Давно все пытался ее пройти, никак не мог, а сейчас прошел, наконец-то прошли. Концовочка хорошая, замес веселый. Не сказать, чтобы сюжет какой-то был, но тем не менее. Игра стоит того, чтобы поиграть в нее. В общем, вот такие дела. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.